19 сентября в Березовском районе продолжаются выборы. Этот день является заключительным для голосования во все органы представительной власти. Несмотря на погодные условия, избиратели активно приходят на участки проявить свою гражданскую позицию. Мы люди старого образца, и поэтому я считаю, что выборы – это, конечно, очень важная веха. И на выборы нужно приходить. Пусть я принимаю какую-то другую позицию, пусть я голосую против всех, пусть я выбираю одного кандидата, но на выборы прийти обязан каждый гражданин. Я считаю, что это очень важно, потому что затем это и местная власть, это и государственная власть, где депутаты принимают решения. А раз депутаты принимают решения, то мы должны их выбрать. И если мы их выбираем, мы получаем в жизни то, что мы выбрали. Поэтому мое очень такое серьезное мнение, что на выборы должны прийти все. Конечно, маловато сегодня людей. Хочется, чтобы было больше. Хочется, чтобы все-таки процент был побольше голосования. Не так как-то всегда поэффективнее, порадостнее. Вот этого немножко не хватает. Поэтому я считаю, что голосовать надо. Напомним, что проходящие выборы очень важны для каждого гражданина. Избиратели отдают свои голоса как в Государственную Думу, Думу Тюменской области, окружную, а также в Думу Березовского района. Дмитрий Чичуга, Александр Елисеев, АТВ «Березово».